Хлеб всех форм. Здравствуй, друг. Хлеба для любимой? Нет, спасибо. Что за проклятие ты бубнишь? Маг, что мне его продал, сказал, что слова надо читать 200 раз в день. Во сне я читать не могу, читаю на работе. Хотя без дегустатора работать стало тяжело. А что с ним случилось? Проклятые власти забрали за неуплату налогов на специи, а у меня корица кончилась. Думаю, маг тебе не поможет. Даже бедной булочнице досталось от власти. Помощь ей тоже борьба с Птолемеем. Пусть хоть так. Ее хлеб пахнет вкусно. Так, нужно найти и спасти этого дегустатора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задевайте комменты, на все ответим, конечно же. Так, на коня. И вперед. Так как цель найдена, можно его и начинать. Так, освобождаемся. Ты дегустатор? Да, все верно. Тащить его, что ли? Просила спасти тебя. Нести обратно на рынок. Все. Не могу. Правда? Так, его на верблюда и вперед. Моя чудесная тета может дать мне силы. Она знает, что ты чувствуешь к ней. Я все никак не могу набраться смелости, чтобы наконец открыться ей. К тому же, я ведь стал преступником. Да, я знаю. Ты не платил налоги. Налоги тут совсем ни при чем. Я все тебе расскажу, когда мы наконец доберемся до Теты. Тета, милая Тета. Ее лицо красиво, как солнце. Тета, милая. Тета. Ты вернул мне дегустатора. Да сожрут заразные крысы. Так, теперь его нужно стянуть и вот сюда его положить. Он хочет все. Тебе кое-что сказать. Ну? Тета, я люблю тебя. Что? А еще кто-то хочет отравить госпожу Таимхотеп, супругу Пашеринптаха. Что? Что? Госпожа Таимхотеп любит наш хлеб. Мы уже 5 лет печем его для великого храма. И вот вчера я случайно услышал, как один из стражей сказал, что эта поставка была отравлена. Ее уже доставили? Я не знаю. Если нет, то она в лагере. Мне надо торопиться. Это все так неожиданно. Может, хочешь присесть? Нет, нужно подумать. Конечно, конечно. Ох. Так, задание. Казалось не таким простым. Так, нужно найти и уничтожить отравленные пироги. Какое задание?
Так, ну это, видимо, какое-то место запрещенное, в смысле о том, что можно повоевать тут с ними. Эй, что? Эй! Сдохни, тварь! Гаси. Так, я тоже скоро. Нужно найти. Держи его! Так, а как он блоки, интересно, ставит? Он их вообще не ставит, не пойму. Так, тут как-то надо... Кого-то уже позвали, ну да фиг с ним. Так. Нормально попал, потому что он блоки не ставит нифига. Понятно, почему он блок не ставит. Так, ну это не здесь, не эти пироги. Что? Хотя корзины те же. Так, на этот раз в следующей башне, видимо. Скорее всего. В открытую пойдем. Хах. Ну где-то здесь. Так, возьму немного стрел. Так, а вот сюда, на это место. Это странно. Очень даже. Все в этой вот крепости находится. Так, так подхожу к следующему. Что? Еще одна корзина. Ее тоже надо уничтожить. Поищу, может, здесь есть еще корзина. Может быть. Тем не менее, задание выполнено. Это было последнее. Ты, Имхотеп, спасена. Так, задавайте вопросы, ставьте лайки. Это задание пройдено. Комментируйте, на все ответим.